Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у меня очень-очень важная новость. Важная и для меня, и я думаю, что для вас. По ролику вы уже поняли. Пришло письмо с YouTube, наконец-то. Вот оно пришло. Шло, я не знаю, оно где-то месяца два, полтора-два, наверное, где-то шло. Честно говоря, я уже... В цифрах просто запуталась, у меня только в голове есть дни недели, по-моему, периодически название месяца всплывает, и все. А вот, честно говоря, я уже забываю. Вот оно так вот выглядит. Такое вот письмо с YouTube, от Google, от Sensei. Пришло, кстати, чистенько, не мятое, это оно уже у меня чуть-чуть помялось пока. Я его там домой несла. Здесь даже печать есть 30 июня. 29 она, наверное, пришла. 30 ее даже отправили июня. И поскольку я была в небольшом таком отпуске, конечно, я записываю ролик гораздо-гораздо позже. И, соответственно, он выйдет тоже немножечко попозже, потому что там у меня кое-что есть на канале уже. Вот, пришло это письмо на монетизацию, то есть то, что у меня как подключена монетизация, но я так понимаю, чтобы ее не отключили, еще приходит вот такое письмо с паролем с каким-то, который нужно будет туда ввести. Также монетизацию, конечно же, я подключила для того, чтобы, конечно, как и все, заработать деньги, но я хочу, чтобы это были Димины деньги, то есть это для... ребенка. Если бы, в принципе, у меня не было ребенка, я бы не подключала монетизацию, она мне, в принципе, как бы не особо нужна. Как бы есть она, нет ее, но, честно говоря, просмотров у меня очень-очень мало, и, соответственно, монетизация, это, не знаю, там доллары эти, они идут вверх, потом спускаются вниз, то есть вечером, допустим, у меня было 5 долларов, а с утра я залазила, у меня уже 4,98, то есть вот так, или 4,75. То есть это происходит вот так вот. Не знаю, я думаю, что, может быть, после того, как я введу этот пароль, может быть, у меня что-то поменяется. Хотя, не знаю, видимо, свой канал я должна все-таки продвигать. Что-то думать, что-то делать. Скорее всего, может быть, оплатить рекламу какому-нибудь блогеру. Не знаю, я пока даже об этом задумываюсь. Но мне интересно ваше мнение, что же скажете вы. Потому что, в принципе, подписчиков мне не сложно набрать, а вот просмотры на ролики мне сложновато набрать. Вот, если бы, наверное, знаете, если бы просмотров на ролики было у меня 350, я бы была уже просто безумно счастлива. Мне кажется, больше даже мне и не надо. Вот 350, все, уже будет достаточно. Вот, ну, будет больше, поэтому довольно сложно набрать. Многие люди, я знаю то, что снимают ролик, у них там 350 просмотров, и они еще недовольны. Честно, я довольна даже тем, что у меня 10 их уже, но есть. Там 10, 15, то есть до 25 доходил, это классно. Вот, надеюсь, что, конечно, что-нибудь поменяется, и, соответственно, я буду что-то думать с каналом, как его продвинуть дальше. Вот, потому что закрывать канал или выключать монетизацию я не хочу, все-таки я уже до монетизации дошла, и это классно, что она наконец-то появилась. Вот, и, конечно же, мы будем дальше продолжать двигаться вместе с вами. Кстати, это ваши комментарии там приходят. Вот у меня так целый день пищит. Вот, буду двигаться вместе с... Так, вернее, вы будете двигаться вместе с нами или мы с вами. Блин, вот я сбилась, все, и мы теряюсь сразу. Короче, мы с вами будем двигаться дальше, снимать ролики. Поэтому смотрите нас, подписывайтесь обязательно, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ролик. Вот, лайки, комментарии ставьте, смотрите ролики, я стараюсь для вас, ролики выходят, особенно влоги выходят каждый день. Они непрерывно уже выходят, если раньше, знаете, еще где-то года полтора назад, я помню, отснимаю ролики, потом несколько дней у меня тишина, на канале вообще пусто, ничего нету. Я, значит, снимаю снова ролики, там 3, 4, 5 дней, тишина, потом опять начинается. Опять эти ролики идут, заканчиваются, опять неделю тишина,
Я, значит, опять там снимаю, опять дальше, пока там, пока заснимешь, пока смонтируешь, там, пока это. То сейчас они уже выходят, последние вот как раз полтора года, они выходят непрерывно, то есть влоги у нас идут прям каждый день, и, честно говоря, я для вас больше стараюсь сделать, чтобы это были не просто влоги, а это был как небольшой такой, тип как сериал, многосерийный. Мне, честно говоря, уже начинает хотеться писать даже номер серии. То есть сегодня, допустим, я купила фарш, завтра я там его, из него там сделала котлеты, и потом всю неделю мы их едим. То есть, ну, это вот просто я пример привела. То есть, ну, где-то вот так вот. Мне хочется для вас сделать, чтобы вы как бы смотрели и не пропускали ролика. То есть уже думали, так, ага, сегодня она делает то-то, что же будет завтра. Вот я очень-очень стараюсь для вас сделать ролики, но я чувствую, что это, наверное, вам не особо интересно. Мои влоги, не знаю, может быть, они чуточку попозже поменяются, может быть, мне в голову придет какая-то более интересная мысль, потому что в последнее время у меня прям очень много интересного приходит в голову, и, конечно же, у меня появилось несколько уже рубрик, плейлистов несколько уже новых за последние полгода, кстати. Если там до этого еще было все одно и то же, то сейчас уже что-то появляется новое, какие-то идеи появляются, и это классно. Это означает, что канал развивается, канал идет дальше, то есть переходит в следующую ступеньку. Вот, туда, повыше, повыше он все идет. Вот, короче, так вот. Такое письмо. Счастливо, что оно пришло. Кстати, мне еще недавно... на канале пришло сообщение, говорит, мы вам письмо выслали, вот, пришло сообщение, введите, пожалуйста, пароль. Я такая думаю, ну ладно, хорошо, уже выслали, пошла в почтовый ящик, залезла, пустота, ничего нету. Я думаю, блин, ну, наверное, оно еще идти будет какое-то время, оно как раз еще шло недели, наверное, 2-3, может, его не сразу выслали просто, что ли, не знаю, вот как-то так. Наконец-то оно пришло, не знаю, там, пароль, кстати, он даже... он даже просвечивает, и его можно спокойно просто ввести. Я еще, знаете, что думаю, наверное, с этими цифрами нужно, раз, то есть, мне пришел конкретно этот пароль, то есть, какой-то набор определенных цифр, быть может, если, допустим, их все вместе сложить, получится какая-то одна цифра, то есть, и посмотреть, что она значит, и также, допустим, посмотреть на каждую цифру, что она может значить. То есть, это довольно интересно, мне кажется. Вот. Нужно будет обязательно попробовать, напишите в комментариях, как вы считаете, кому приходило письмо, делали вы так или нет. Вот, потому что, не знаю, мне кажется, это интересно, я просто люблю математику, алгебру, у меня были пятерки по ней, и я люблю все такое вот складывать, все такое. Ладно, не буду вас тоже задерживать. Безумно рада, что письмо пришло, поэтому по возможности, пожалуйста, смотрите рекламу, не пропускайте ее. Смотрите, это буквально от вас это ничего не возьмет, это одна секунда, там, ну, 2-3 секунды. В принципе, это ничего страшного. Если я к вам захожу, у вас реклама, я всегда ее просматриваю, потому что понимаю, что деньги в жизни не главное, но они нужны. Особенно, кстати, когда есть маленький ребенок, они очень нужны. Когда ребенку постоянно что-то надо покупать, постоянно вот эти вот расходы. Вот, если бы, конечно, у меня не было ребенка, я бы не подключала. Ладно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, обязательно лайки, пишите комментарии, как считаете вы обо всем об этом моем разговоре, я надеюсь, что вы досмотрели его до конца. Да, и смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем, развиваемся, занимаемся, моему сыночку уже 3 годика. Также смотрите наши обзоры на технику, на продукты из Фикспрайса, Светофора, Победы. Вот, и там, короче, очень-очень много всего интересного на моем канале. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока!